Всем привет! 24 марта. У нас метель. Опять только все растаяло. Такая весна в Сибири. Голуби. Вчера вон чужак пришел. Не знаю, у меня 3 самца. Здесь на яйцах сидит уже голубка. Вот этот жук какой-то. Он непонятно как дикарь. О, гоняет его. Ну, летает. Это вообще вот с этим. Вот этот, венгр. И вот это, не знаю, чудо. Ну, видите, какой он. Невзрачный. Я думал, это дикарь, но у него что-то лохма есть. Вчера мой какой-то голубь сидит. Шуганул. Они как ушли с вот этим вдвоем. В точку. Ну, полчаса полетали. Даже играет. А, на вид он. Ну все, уже даже сегодня шугал. Даже этот, ни минуту его не держал. Обычно чужака ловят, держат, пока привыкнет. Не, я, если прилетел голубь, я их сразу шугаю. Если нормальный. Че, братва? Че? Соскучился. Выйти хочешь? Ну пойдем. Сейчас приходили просто. Народ был, собак закрываю. Все, давай, иди. Сейчас пойдем попугаем. Смотрите, как у нас все засыпало. 24 марта. Сибирь. Ангарск. Все только растаяло. Только глина была, грязь. И опять все красиво стало. Завалило, навалило. Че, шпана? Как? А, ничего. Нормально, снег жрут, довольные. Ладно, пойдем сейчас попугаем. Птенцов навалом. Уже у волны много птенцов повылуплялось. Сидят. Карел яйца, 2 пары уже сидят. Эти певчие опять, смотрю, любовью занимаются. Скоро, видимо, опять отложат яйца. Вот такие дела, вон как валит снег. Вот это... Сибирь, Ангарск. Сейчас на лес. Все растает, опять все будет грязь. Ладно, пойдемте. Ну, зашли мы в попугайник. Попугайник тепло. Печку затопил. Вон печка топится. Значит, холодно на улице. Вон и сейчас. Надо протопить хорошо. Ночью обещают минус 12. Этот молодой поет. Щегол красавчик этот поет. Эти на яйцах сидят, но не знаю, что будет здесь. Этот кеннер старый тоже молодец поет. Сейчас покажу. Ну, вот волна, которая будет размножаться с осени. Ну, зиму хочу я ее поставить в размножение. Споровываются, любовью занимаются, но думаю просто так, что ну, пока яиц на полу я не находил. Ветки вон грызут. Ветка подчистую. Нежные эти сгрызают. И здесь немного их. Вот эту пашку буду разводить. Зимой, осенью, посмотрим, как пойдет. Может, еще даже, ну, нежелательно, но вот сейчас пескуны будут, оставлю, может, их тоже, как раз он будет там по месяцу 8, их тоже запущу потом разведение. Ну, вот она, лесная дикая птица. Здесь все так же, щеглы. Щеглы поют, орут, снегири, канарейки, самочки. Здесь уже скоро буду, сейчас... Руки дойдут, вот здесь я уже буду вешать им гнезда. Гнезда повешу. И будем. Здесь я пару самочек есть среди щеглов. Чечет испорованный, смотрю, друг друга кормят. Вот он чечетка. Может, у них что-то будет. Щеглы, не знаю. Вот там 10, по-моему, или 8 самцов, 2 самки. Ну, думаю, что-то будет. Канарейки. Яйца все съели. Вот, ручные канарейки.
Уже у нас вечер. Сейчас буду кормить их. Жагусы. Так, свеклу что я не давал? А нет, по-моему, свеклу вот только волнение что-то не поставил. Надо будет поставить свеклу. Самка, да, по-моему, да? Самкам. Любовные игры. Ну, чувствуется, хотят порваться, ну, хотят размножаться. Прям, да, и сейчас домики, они бы начали, ну, ладно, их пока, эксперимент у меня такой, будем разводить их зимой. Вот печка разгорелась, шум пошел. Корм сейчас храню здесь, роса, вот она, бочка, здесь все мешаю, бетономешалки все мешаю. И сюда все. Так, корылы сейчас на второй этаж закрылись. Так, эти на яйцах. Вот эта самочка, самец сейчас сидит. О, здесь самец почему-то. Он дерзкий, он прям охраняет. Там тоже яйца. Видимо, самка несет. Потому что он почему-то наружу. Здесь тоже яйца. Здесь пока ничего нету. И здесь пока ничего нету, пока тишина. Ну вот эти две пары молодые, может попозже будет. Свинтусы переехали вот сюда у меня. Вот такую клетку я им сделал. С решетчатыми полами. Ну видите, все чистенько, аккуратненько. Ни грязи, ни мусора. Сейчас надо будет кормить их тоже. Вот самец, двое детенышей, самка. Так, здесь у нас амадины. Амадины. Давайте посмотрим, сам давно не видел. По-моему, было 4 яйца, одного нету. Ну, все яйца оплодотворенные. Все вон они темные. Темцы будут. Если ничего экстремального не произойдет. Здесь я просветил. Это последнего самца, который Юра, ваш самец. Тоже все яйца заряжены, там 4 яйца просвечивал. Скоро все будут птенцы. Ну дай бог, что если ничего экстремального не будет, но там будут птенцы. Певчие, вот они уже певчие. Самка почти не сидит в гнезде. Она почти уже с самцом здесь гуляет. Ну, вот, яйцо, пророченька ждут, что я сейчас отойду, и они вылетят. Ну сейчас давайте покажу птенцы. Сейчас сяду. Вот я сел, они уже знают эту команду. Если я сел, они вылетают. Вон птенец уже какой. Свеклой что ли его кормили. Ну, он серьезно сидит. Так, ребята, давай домой. А у неразлучников недавно. Заходи. Ну куда ты пошла? У неразлучников. Ну куда ты вышел? Они что делают? Давайте домой. Давай. Полетать решили. У неразлучников пока ничего нету там. Ну сидят в гнезде целыми днями. Скоро будет там. А вот самка вышла. Самка вышла. Сейчас пойдемте яйца посмотрим. Так, вот так выглядит это снутри. Сейчас самец вообще дерзкий. Клетку открывает, что он аж шипит. Вот оно, яичко. Так, одно, да. Вот оно. Ну, сейчас. Вот оно, яичко. Заодно есть. Видите, как удобно. Раз, и все. И птица вон, смотрите, как он дерзкий, смотрите. Вообще я такого самца охраняю. Ну ты молодец какой. Бля, цапнет, нам не покажется. Он дерзкий. Вот это самец. А здесь уже эта пара уже плотно сидит, уже скоро даже птенцы будут. Ну эти пока дикари. Пока ничего, я не видел, что в гнездах сидели.
Так, и наша любимая волна. Ну, сколько яиц уничтожается. Это надо сейчас все собирать курям. Сейчас куры на них работают. Ой, морды все красные. Вот так, когда заходишь и морды красные, это становится страшно. Потому что это первый признак уничтожения птенцов. Но они ели свеклу, поэтому все нормально. Птенцов уже много. Нету, вот в этом нету, в девятом нету домики яиц. В каком-то еще. Короче, в двух домиках нету яиц. Остальное все в яйцах. Сидят одни самцы, вот одни почти самцы, вон самка вот здесь одна. И вон там, по-моему, самка. Остальное все в гнездах, в яйцах. Ну давайте один домик. Ну вот и 13-м полегче. Давайте посмотрим, что творится. Сейчас абсолютно почти везде птенцы. Ну вот, не видите? Ну не шевелись, а ты так. Там три птенца. И все яйца еще оплодотворенные. Раз, два, три, четыре яйца еще. Ладно, ты, блин, как по асфальту по ним. Все. Так. Ну-ка, шестой посмотрим. Здесь у меня белая самка, по-моему. Одному неудобно. Сейчас Эльмира на работе. Сейчас за ней ехать, не знаю как. О, здесь куча их. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять яиц. И пять яйцов. Ну, пока непонятно. Это пустое. Это полное. Еще будет тенет. Ладно, пока ничего трогать не буду. А, 6 яйцов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, по-моему. Короче, не знаю, куча лежит. И так сейчас в каждом домике вовсю начали вылупляться птенцы. Все, больше. Вот здесь много птенцов, но знаете, я уже в одного не это сейчас. Камера будет мешать, чтобы смотреть. Едят пророщенку. Сейчас надо будет давать новую. Вот они ее. Это вся шелуха. Все, они ее уже обгрызли. Есть несколько. И с яйца перепелиные. Что-то они не доели. Тут перепелиные. Куриные. Скидывают скорлупу вниз. Ну вот такие дела у нас на сегодня. На улице дубак. Вот она самка, вот смотрите, сейчас. Вот эта самка, вон она. Что она здесь сидит? Вот она самка. Она, наверное, не размножается. Она спокойно сидит среди самцов. Эта самка вот отсюда, ну понятно, она скоро снесется. Где она куда-то улетит? Может где-то ее есть гнездо, ну не знаю. Ну когда они вот одни самцы просто, везде одни самцы, самок сейчас нету. Вот они, или самки возле гнезд сидят. А вон они, да. Ну бывает такое, что ну хотя у нее все опухшее. Бывает такое, что некоторые самки не размножаются. Такое тоже бывает. Поэтому такие дела. Ну все. Просились снять, но вот снял и дикую птицу снял, и попугаев. Все, размножение идет полным ходом. Ждем только вот эти две пары, как они пойдут, и там уже, значит, 100% все у меня будет размножаться. Но они молодые, хотя вот эти. Не знаю, посмотрим. Будем ждать. Карелла вообще, вот думаешь, что они никаких признаков не дают, что там. Волна как-то начинает с ума сходить. По ней видно, там они в домике и какие-то бешеные становятся. Карелла нет, вроде бы домики повесил, поинтересовались о полчаса и забыли про них. И потом в один прекрасный день хоба, смотришь, уже кого-то нету. Самки нету или это самца. А они уже, оказывается, на яйцах сидят. Поэтому у них вот так все происходит. Вот здесь опять самка зашла. Эти пока вот, видите. Вот эти вообще дикие какие-то, не знаю. Эти более-менее. Поэтому будем ждать.
Здесь я лазить не буду пока, тревожить. Не знаю, сколько яиц вот в этом домике. Ну, уже там скоро будут птенцы. Уже, по-моему, что прилично сидят. Ну, все. Ну, вон, певчие ждут. Сейчас дам, у кого есть птенцы, вот на ним. И волне, вот она, пророченка ждет. Яйца даю только утром. Волне 4 яйца куриных, или там штук 10 перепелиных. Этим пол яйца, они вон не съедают. Ну и все, и пророченки, много пророченки даю. Главное смотреть, чтобы она не закисала. Если она, вот она, уже пшеница прорастает, семечко проросло. Пшеница дает, видите, глазки. Если она закиснет, то птенцы все будут поносить. Сейчас вот птенцов уже видели, новорожденных. Все чистенькие, хорошенькие, значит, с кормом все нормально. Если начинает поносить, кто кормит пророченкой, значит, вы неправильно ее проращиваете. Все, надо что-то делать, а то птенцы будут дохнуть от поноса. Ну все, спасибо за просмотр, всем пока, скоро увидимся. Только остановил, видите, любовь, он на нее лезет. Птенец уже такой большенький, видимо, скоро вылетать будет, видите. Вот так певчий занимается. Но она не дает ему что-то, она прижалась, а он наглый на нее лезет. Вот, блин, а. Сейчас посмотрим. Нет, не пускает его. Он ее просит. Что-то снизу ей сказал там или что. Не дает. Хвост прижало, видите? Хвост прижало. Не подпускает. Хотя они очень долго занимаются этим делом. Если она даст этот, он прям... Видите, он ее поднимает, она не в такую. Ну, смотрите, оба головой. Головой ее поднимает, чтобы она хвост подняла. Не улетает и не подпускает его. Значит, еще рано. Кобель, а? Голова у него, наверное, болит. Ну, смотрите, что делаешь. Не дает. И массаж он не делает, и что только не делает. Сейчас головой опять, наверное, поднимать будет. За лапу, оба. Чтобы она привстала. Отсутствуется. Вот. Вообще, блин. Вот так наблюдать за ними. Смотри, не дает и не улетает. Ну, дай ему этот, по башке или что, или отлетай, нет, не подпускает. Не хочет, а нет, когда она подпустит его, она хвост подымет, и он к ней. Нет, видимо, она это еще это. Птенец маленький. Поэтому, видимо, не подпускает. Ну ладно, все. Сейчас это еще может долго продолжаться. Вот так они занимаются. Блин, вот голова. Надоел, все. Смотрите, он ей бошку всю выщипал, блин. Конь, а. Ты бошку и выщипал. Все. Все равно пристает. Ладно, все.